Братья и сестры, хочется просто одно сказать: слава Богу. Господь этот день сотворил для радости. Я знаю, друзья, что вы ждали этот день. И никто из всех этих присутствующих здесь, даже вот этих ребят и девочек, они не ждали этот день, как вы ждали. Правда? Я знаю, что вы переживали за этот день. Я знаю, что вы молились и вы ждали этого дня. Друзья, этот день настал. Мы вчера с вами молились, и мы просили Божьего благословения. Друзья, я хочу сказать, что Господь услышал молитву, и Он благословил этот день. Он сохранил вас, Он послал погоду прекрасную. И это Божье благословение. И слава нашему Господу за это. Брат Даник, я хочу вас спросить, почему вы сегодня здесь? Слава Богу. Друзья, было время, вот эти молодые люди 20 лет назад, они были совсем маленькими. Они были у родителей на руках. И ихние родители, они сделали для них все самое лучшее и правильное. А знаете, что они сделали? Они взяли на ручки их, принесли в Дом Божий и посвятили их Господу. Друзья, родители сделали самое лучшее. Сегодня вот эта молодая чета, они сами пришли сюда. Они не просто пришли, чтобы показать себя. Они пришли в Дом Божий просить Божьего благословения. Просить, чтобы Господне благословение, чтобы ихняя семья была благословенная. Друзья, перед тем, как мы будем молиться, я хочу спросить Даника. Хочу вам представить вот эту прекрасную молодую пару, Кристина Полевода, Даниил Кондратьев. Они сегодня перед вами, вы видите их. Хочу также вам представить родителей. Родители молодого и Кристины, это сестра Юля Полевода, брат Павел, они сегодня с нами здесь, Сергей Павлович и Вера Васильевна, они здесь. Друзья, перед тем, как мы будем молиться, я хочу задать два вопроса. Добровольно вы сегодня здесь? И есть ли на это воля Божья? Вы верите в это? Родители, добровольно вы сегодня здесь? И верите ли, что на это есть воля Божья, чтобы этот брак был, это сочетание? Прекрасно. Друзья, Слово Божье говорит нам, Христос говорит: без меня ничего не можете делать. Друзья, верующие люди, христиане, они ничего не могут делать без молитвы, без Божьего благословения. Слово Божье говорит, что Божье благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. И вот эта молодая пара, она хочет, чтобы ихняя семья была благословенная. Друзья, мы склоним наши головы, призовем имя Господне и попросим Божьего благословения на все это служение. Отец наш Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа, мы склоняемся перед Тобою. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за этот прекрасный, благословенный день в жизни нашей, в жизни молодых наших, Даниила и Кристины. Господь, мы благодарим, что Ты услышал молитвы. Мы благодарим, Господь, что Ты благословил уже этот день. Господь, милость Твоя обновилась, благодать Твоя обновилась к нам, и Ты подарил этот день, Ты послал прекрасную погоду, Ты благословил, Господь, и мы можем сегодня быть в Доме Божьем. Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем благословении, мы просим, чтобы Ты благословил весь ход этого служения и молодую вот пару, чтобы Ты сегодня благословил. Все это слово, что мы будем сегодня читать из Слова Твоего, Господь, чтобы это слово было посеяно в сердцах каждого из нас, особенно в молодых. Благослови весь этот ход этого служения. Прошу это все во имя Иисуса Христа. Аминь. Прошу занимать места, садиться, друзья. Друзья, Христос сказал: без меня ничего не можете делать.
Друзья, как прекрасно, я думаю, что мы сегодня находимся в Доме Божьем. Хочется просто одно сказать. Если бы не Господь, Давид много раз в псалмах повторяет, если бы не Господь, друзья, сегодня никого бы из нас здесь не было. Сегодня мы погибали в наших грехах. Мы где-то в пьянстве бы где-то пропадали или в других каких-то грехах. Друзья, но милость Божья была каждому из нас. И сегодня этот день Господь подарил. И сегодня мы в Доме Божьем. И мы не хотим, и мы уже попросили Божьего благословения. И мы хотим, чтобы вот это благословение было Божье. В Бытие, 2 глава, я читаю 24 стих. Знакомое всем нам место. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Даниил, Кристина, сегодня этот ваш день. Вы сегодня самые прекрасные здесь. Я рад за вас, друзья. Я рад, что вы сегодня здесь стоите вдвоем. И что вы пришли в Дом Божий. Это особое благословение. Вы сделали хорошо. Вы сделали правильно. Перед вами сидят родители. То, что вы здесь сегодня, друзья, это не просто так. Даниил, я знаю, что твои дедушки, твои прадедушки, они отдали жизнь за Господа. Они служили Господу, они были верны Господу. Они молились за свое поколение. Кристина, ты и Даниил, вы вырастали в христианских семьях. Друзья, вам подарил Господь верующих родителей. Друзья, это особая милость, которую вы никогда, может быть, не оцените в жизни. В жизни вы не видели пьянства. Вы не видели все то, что видят сегодня многие неверующие дети. Вы вырастали в особенных условиях, благословенных условиях. Вы были окружены благословениями Божьими, молитвами отца и матери. Друзья, это особые благословения. Но пришло время, друзья. Писание говорит, нехорошо быть человеку одному. Вот этот прекрасный парень вырастал в христианской семье. Ему что-то нехорошо стало, Даник. Тебе очень плохо стало в родительском доме. Нет. Ну, а что случилось, Даник? Друзья, а случилось то, что Бог предназначил. Он увидел Кристинку. Знаете, говорят, крыша сорвала. Там такое слово есть, может, оно нехорошее. Все. Все поменяло в жизни. Он полюбил ее, друзья. Он не просто полюбил, я вам скажу честно. Он сильно ее полюбил. Он готов за нее служить 7 лет. Даник, правильно? Или больше? Он готов был ждать, сколько надо. Вы знаете, я вам скажу честно, перед тем, как сочитывать, для меня важно, как для служителя, убедиться, что молодые любят друг друга. Вы знаете, я вот этому парню молодому Данилу говорю, Даник, не спеши, пожалуйста. Подожди, пройдет время, что-то ты, жар утихнет. Он говорит, дядя Андрей, Кристинка только одна, мне другую не надо. Слышишь, Кристина? Это секрет, я тебе открываю. Он говорит, сколько надо ждать, я буду ждать. И вот прошло время, и вы здесь, друзья. И вы здесь, друзья. Слава Богу, что вы здесь, друзья. Это прекрасно. Даниил, я тебе хочу одно сказать. Вот эта прекрасная девочка, у нее родители здесь сегодня. Она вырастала, вот у родителей был прекрасный сад. И вот там было посажено 3 цветка. И один цветок, это была Кристина. А знаете, что они делали? Они ухаживали за этим цветком. Они влаживали в этот цветок все самое лучшее, что они могли. Они молились, они переживали, они оберегали вот этот цветок. Даниил, они вот этот цветок тебе отдают. Сегодня ты на себя берешь особенную ответственность. Ты должен оберегать вот этот цветок. Ты должен любить ее. Ты должен стараться все приложить, чтобы ей было хорошо, лучше, нежели были
Ей было в доме, родительском, отцовском доме, друзья. Даник, это серьезная ответственность на тебе сегодня. Друзья, когда мы, я вам скажу одно, когда мы собирались с ними, вот мы, у нас были такие уроки, мы проходили с ними, когда я задавал домашнее задание, для меня это было вообще удивлением. Даник один из Кристины, они вообще особенные. Я пришел, говорю: Даник, ты, домашнее задание было, надо было выучить Ефесянам 5 главу, там несколько стихов. Он говорит: я знаю на память, я расскажу. Я говорю: Даник, это правда? Да. Первая встреча. Я дал задание. Они его полностью выучили. Друзья, это говорит о том, что они хотят сегодня, чтобы у них была христианская, не просто христианская, благословенная семья. Даник, сегодня вот здесь сидят братья и сестры, родители твои. Если бы я задал им вопрос сегодня, жалеют ли они в жизни то, что они последовали за Господом? Я думаю, ни одной руки сегодня здесь не будут. Они держались за Господа. Они держатся за Господа. И сегодня мы хотим, чтобы ваша семья была благословенная. Друзья, благословенная семья, христианская семья – это семья, которая любит Иисуса Христа. Не просто которая изучает Слово Божие, которая читает Слово Божие, которая вникает, изучает и следует Слову Божьему. В жизни применяет вот это Слово Божие. Христианская семья – это семья, где молятся вместе. Это благословенная семья, друзья. Я хочу одно сказать. Для меня, когда я смотрю вот на молодые пары сейчас в этом мире, в каком мы живем, где сегодня вообще христианская семья – это что-то уже ненормальное становится. Она вообще, христианская семья, во все века она была так. Я вырастал в христианской семье, и вы знаете, верующие семьи – это как вот этот скалка, да, как в глазу, как осколинка какая-то, знаете, что мешает. На нас статьи писали. Две статьи написали, отцу сказали, если еще одну семью статью напишут, вообще нас всех заберут. Друзья, но упование родителей ваших, наших, где мы вырастали, они уповали на Господа. Друзья, и потому мы сегодня здесь все, здесь все мы здесь. Потому что упование наших родителей было на Господа. Они уповали, они верили Господу. Друзья, вы делаете серьезный шаг веры в жизни. В мире этом злом, грешном, вы сегодня хотите заявить, что вы христианская семья. Вы поймите, придут испытания вас. Нелегко будет, но Господь обещает, что Он будет идти впереди вас. Если вы будете держаться за Него, если вы будете уповать на Него, Господь говорит: я буду идти впереди вас. Друзья, я хочу, чтобы мы, скажу вам честно, нам вообще, все то, что мы сегодня здесь, нам только осталось помолиться над ними. Мы проходили все уроки, мы проходили каждое место с ними. Какие отношения должны быть? Как жить правильно? Как должно быть отношение между вами? Я вам скажу, они отлично сдали, на 5 с плюсом. Друзья, но я бы хотел сегодня сказать несколько важных вот этих моментов, прочитать несколько мест для нашей общей молитвы, когда мы будем молиться, чтобы вам оставить на память, друзья, чтобы вам оставить на память, чтобы еще раз просто сделать какой-то рефреш в памяти. Несколько шагов к благословенной семье, друзья. Первое место, которое я хотел бы сегодня прочитать, это будет Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих, написано так. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев в земле, в которой живете». А я и дом мой будем служить Господу. Даник, я хочу, вот, чтобы ты сегодня мог сказать вот эти слова во всеуслышание, чтобы все братья и сестры, которые здесь все,
чтобы сегодня вот этот духовный мир услышал, а я и дом мой будем служить Господу. А я и дом мой будем служить Господу. Слава Богу. Друзья, это важное заявление. Когда молодые заявляют и говорят, неважно сегодня, что будет происходить в этом мире, что бы ни было в этом мире, мы хотим служить Господу. Друзья, это серьезно. Друзья, второе место, которое я сегодня хочу, это есть, это практические шаги для благословенной семьи. Иисуса Навина, первая глава, знакомое нам место, первая глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Даник, я вырастал в семье, у нас было 11 детей. Время, которое жило, вот это время, коммунистическое время, твои родители знают, ваши родители знают, какое время было нелегкое. Но родители, они сделали вот самое лучшее, что мы могли сделать. Я помню, мы когда собирались, всегда это было, как можно сказать, апартменты вокруг. И вот мы, дети, у нас много, мы играли всегда на площадке, там футбольные, баскетбольные была, мы играли. Но я знал, придет 9 часов вечера, и папа скажет: дети, все, пожалуйста, домой. Даник, мы знали одно, что мы придем домой. Отец откроет Слово Божье нам. Отец откроет Библию. Это было каждый вечер, друзья. Вот это семя, Божье семя, в наши детские сердца, вот этих 11 душ, они сеяли, друзья. Наш отец, он не был знатным. Он просто был простой проповедник в церкви. Но он знал вот этот путь благословения, вот это семя Божье. Он читал Слово Божье, вот он сеял это Слово Божье. Друзья, ваша семья будет благословенная, вот если вот Слово Божье, вот это Слово Божье вы будете читать каждый вечер, каждое утро. У вас будет время, вы поедете. Я вам дал домашнее задание, то, что вы должны сделать, когда вы будете вместе, друзья, читайте Слово Божье, вникайте в Слово Божье. Обращайтесь к Богу в своих заботах. Не беспокойтесь ни о чем. Бог может решить все, друзья. Писание говорит, да не отходит Слово Божье. Когда мы открываем Колоссянам, Колоссянам мы откроем 4 главу. Четвертая глава Колоссянам, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней с благодарением». Будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней с благодарением. Друзья, молитва – это мощное оружие. Это сильное оружие, то, которое Бог сегодня вам дает. Было время, когда вы вырастали в доме, христианском родительском доме. Друзья, родители вас окружали молитвой. Но сегодня вы, Даник, особенно ты, берешь на себя ответственность. Слово Божье сегодня обращается к тебе, Кристине. Будьте постоянны в молитвах. Друзья, в моей памяти молитвы нашей матери, они остались. Иногда мы где-то поздно могли прийти домой, когда уже выросли. И мы старались домой так тихонько-тихонько зайти, чтобы родители не услышали. Где-то стыдно было, что родители сказали прийти, а мы не приходили вовремя. Но там из комнаты, где мама наша, она стояла на коленях. Вот этот плач, этот вопль и шел к Богу. Она понимала, что она не в силах с отцом, знаете, удержать, сохранить нас. Но она знала источник, она знала путь, куда, кому обращаться. Поэтому Писание призывает, будьте постоянны в молитвах, обращайтесь к Богу в своих заботах, друзья. Переживания в жизни придут. Но Господь говорит, открывайте свои желания. Друзья, филиппийцам я хочу читать еще одно место. Вторая глава филиппийцам.
Третий стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Друзья, в жизни вы вырастали в разных семьях. Что особенно, что Даниил, он в семье последний, друзья. А Кристинка, она первая. Вы знаете, я думаю, что это вообще первые дети и последние, это самые разбалованные дети. Они получали всегда самые лучшие. Вот наш сын вырастал, он был первый, я помню. Я приду с работы, возьму его в ванночку, вымывал, в травах разных купал. Потом делал разные упражнения ему маленькому. Потом мы ему ойл брали, там его натирали всякими разными травами, там ойл ему. Знаете, второй ребенок уже не так. Хотя этот каждый день получал разные там спа, как мы говорим, да, там все процедуры. Вторая дочка уже не так. Третий, четвертый, я вообще молчу, раз уже в неделю. Кристина, я думаю, что ты самое лучшее получила. И с Даником. Он уже был последний, то есть родители уже все на них было внимание, друзья. И вы знаете, вот вы сегодня сошлись вместе, и надо как-то... А как дальше? Мне родители давали самые лучшие, и мне давали. Друзья, Писание говорит, почитайте друг друга выше себя. Мы говорим о благословенном браке. Благословенный брак – это когда Кристина говорит, Даник, он у меня господин. Я люблю его, я почитаю. А Даник говорит, Кристинка, я ниже тебя, а ты выше меня. Я люблю тебя. Я не приду домой и кулаком, почему еще не накрыто? Нет, давай я буду делать. Кристинка говорит, нет, Даник, я буду, ты сядь. Друзья, самый лучший пример нам показал Христос в жизни. Написано, что Он смирил себя. То есть, обитая там в славе небесной, где хоры ангелов, где все было прекрасно, Он пришел на грешную землю заради нас. И Он показал вот этот путь смирения. Друзья, и Христос говорит, придите ко мне и научитесь. Друзья, когда вы будете читать Слово Божие нам открывает, как Христос поступал, как Он смирился, как Он ноги умывал ученикам. Друзья, и Он говорит, чтобы мы шли по следам Его. И так же само поступали и делали в жизни. Это еще один шаг благословения. Друзья, 1 Фессалоникийцам, мы читаем 5 глава 16-18 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Друзья, всегда радуйтесь. Это время ваше. Вы сегодня радуетесь. Слава Богу. Непрестанно молитесь. Это тоже путь благословения. Когда будете, чем больше будете молиться, тем больше будете иметь благословение. За все благодарите. Друзья, Писание благодарит. Писание призывает нас, чтобы мы имели благодарное сердце. Благодарные люди – это счастливые люди. Это довольные люди. Друзья, будьте благодарны. Даник, посмотри на Кристину. Кристина, посмотри на Даника. Даник, есть за что благодарить Бога? Кристинка, есть за что благодарить? Будет время, когда мы преклоним колени. Я хочу, чтобы вы радовались и чтобы вы благодарили Бога друг за друга, что в Божьей пути вот так Бог соединил вас в одно. И это прекрасно. В Римлянам, когда мы читаем 12 главу Римлянам, Писание нас призывает, я хочу это место прочитать, чтобы мы сегодня услышать могли. 12 глава, 16 стих. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Будьте единомысленны между собой». Друзья, это еще один путь благословения. Вот когда вы будете единомысленными между собой. Колоссянам, мы подходим уже ближе, когда мы будем молиться.
Я знаю, что у вас будут обещания, да, не да? Вы будете читать потом. Друзья, Колоссянам 3 глава 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Друзья, общение – очень важно. Вот это время иметь совместное, когда вы вместе будете молиться, когда вы вместе будете читать, когда Слово Божье обильно будет вселяться в вас. Друзья, вы уже положили хороший фундамент. Кристина, я знаю, что ты в папе помогаешь, и ты знаешь, что такое стройка, и Даник знает, что такое стройка, правильно? И мы понимаем все, что самое главное в жизни – друзья, это не стены. Вот этот фундамент, правильный фундамент заложить в жизни, сильный фундамент, что был. Друзья, это Слово Божье, Даник. Вот этот крепкий фундамент, это Слово Божье, которое, что вы заложили в своей жизни. Последнее место, которое еще хочу прочитать вам, это Колоссянам 3 глава 14 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупство совершенства». Друзья, более всего облекитесь в любовь. Друзья, мы сегодня говорили о важности разных шагов. Но Писание нас призывает, что более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Друзья, Бог свою любовь нам, грешникам, доказал на деле. Друзья, будет ваше время, вы должны доказать свою любовь на деле. Вы должны облекитесь в любовь, Слово Божье говорит, которое есть совокупное совершенство. Когда мы читаем Иоанна 3:16, написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Он отдал самое лучшее, Он отдал Сына Божия за нас. Друзья, я хочу, чтобы мы прочитали последнее место, это Филиппийцам, послание Филиппийцам, это будет 4 глава, я прочитаю с 8 и 9 стих. Послушайте внимательно, Филиппийцам, 8 и 9 стих. «Наконец, Даниил и Кристинка, что только истина, что только честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только да добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Друзья, поймите правильно, это очень важно, чтобы Бог мира был с вами. Наша сила не в нас, друзья, а наша сила, Слово Божье говорит, у Бога. Друзья, вы будете сильны, когда Господь будет с вами. И вот мы прочитали вот это место, что только честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. И Бог мира будет с вами. Даник, вы хотите, чтобы Бог был с вами? Когда мы читаем о мужах веры, там вот это Слово Божье говорит, и Бог был с ним. Сегодня, друзья, мы пришли попросить благословения на вот эту молодую чету. Мы хотим попросить, чтобы Бог был с ними, чтобы Бог руководил вашей семьей, чтобы Бог благословил вашу семью. В Ефесянам мы читаем, здесь есть записано такие слова, Даник. Это место, которое ты знаешь наизусть. Ты помнишь это место? Помнишь, Даник? Не, я просто говорю, что ты помнишь. Помнишь, да? Я прочитаю это место, друзья, перед тем, как мы будем молиться уже и подходить уже к молитве. Хочу сначала прочитать, Кристинка, к тебе. 5 глава,
22 стих и 24, с 22 по 24 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Кристина, ты готова сегодня? Слава Богу! Даниил, читаю к тебе слово с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банью водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, и от плоти его, и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Даник, это слово тебе. Сегодня Слово Божье напоминает и говорит, как Христос. Даник, это ответственность на тебе лежит. Ты должен вот этот цветок, как я говорил, любить, греть, питать, оберегать и молиться. Друзья, я знаю, что у вас есть обещания. Я хочу, чтобы вы ваши обещания могли приготовить. У вас есть, да? Вы готовы? Daniel, from the very first time we talked, I knew that you would take a very special spot in my heart. It was the way you immediately felt like home. It felt like I had known you my whole life, and it felt so right. Now I get the privilege and honor to stand in front of you today and become your wife. It has been a beautiful journey up until today, and I'm so excited to continue with my best friend. There was no one in the world like you. You have a beautiful heart for Jesus, and you show that in your love and kindness towards me. In this, I vow to always search for more of God together and to love you in times of hardship. I promise to never forget that first love and to always keep it alive. I promise to always support you and to be your cheerleader in every step of life. You have taught me about my self-worth and always make me feel like the prettiest girl in the room. I promise to always listen when you don't feel heard and be the safe space you can go to every day. I will forever be grateful for the way you stuck with me during the hard times and celebrated with me at the best times. Your loyalty and devotion to the time and energy you put into our relationship will forever amaze me. I promise to always put our relationship first and to say I love you as much as possible. I promise to always understand you, especially when you need a reason to buy another car. I promise to always keep life an endless adventure and to be there through thick and thin. Thank you for being you. I choose you today, tomorrow, and for the rest of my life. Christina, I have prayed to God about this day for so long, for Him to give me a faithful, godly wife. He went beyond my asking and gave me you, the most stunning girl I've ever seen in my life. When I'm with you, all the things around me fade. You take away all the negativity, and in return, you always bring a smile to my face and a laugh to follow. Today, you become my beloved wife. Words cannot express my love towards you. You make me such a happy man. You bring joy to my life through your gorgeous, smiling, beautiful voice. I promise to be your loving, caring, and loyal husband. I promise to always cherish you through all that we go through in life together. I promise to be the best leader I am able to be. I promise to always take care of you, for you are the most precious person in my life. I promise to always be your door opener, and I always promise to be your shoe tire. I promise to always make time for you.
I promise to work to love you better for the rest of our lives and to put your needs before my own. I promise to be open-minded and to support you in all of your decisions. Most importantly, I promise to love you till my final breath, for you are becoming my wife, and I cannot think of a better way to spend my life than with you. I can't wait to see what God has planned ahead for us. I love you with all of my heart, Christina. Always remember that. Друзья, вы все слышали обещание? Сегодня обещали они перед Церковью Божьей. Сегодня Бог эти обещания слышит. Друзья, вы готовы исполнить это обещание? И вы обещаете. Друзья, у нас будет сейчас такой порядок. Мы будем молиться, друзья. Это важный, ответственный момент. Помолится мама Юля, отец Павел. Потом сестра Вера помолится, отец Сергей. Кристинка, потом ты помолишься. Помолится Даник, и я тогда помолюсь за вас. Друзья, давайте мы встанем. Дорогой Господь, благодарю Тебя за этот радостный день, за Твою безмерную любовь к нам, Боже. Благодарю Тебя за нашу Кристину, за Даника, Господь. И сегодня хочу, чтобы Ты обильно благословил их совместную жизнь, Господь. Мы, как родители, их благословляем и любим. Боже, благодарю Тебя за всех наших гостей, друзей, что пришли с нами разделить эту радость. И прими за все славу. Аминь. Дорогой Отец, я в этот субботний день, Господь Иисус, благодарю Тебя, что Твоя милость обновляется над нами, Господь. Слава Тебе, Иисус. Ты, Господь, даровал нам этот день, Иисус. Я прошу, Господь, как Отец, Господь, Твоего благословения, Господь Иисус, на эту молодую семью, Господь. Прошу Тебя, Господь, благослови их не вход и выход, Господь Иисус. Так как Ты, Господь, благословлял до этого времени, Господь, наш дом. Господь, я прошу Тебя, Господь, на дальше, Господь, веди сам, Господь, своей рукой, Господь Иисус. Я предаю все в Твои, Господь, руки, Господь, и за все Тебе будет слава, Отец и Господь. Аминь. Отче наш, я предстала пред Тобой в этот день, благодарю Тебя и прославляю, и возвеличиваю имя Твое святое, Господи, Ты достоин хвалы и славы. Ты сотворил этот день для радости нашей, Господи. Мы благодарим Тебя за этот день, Господи, благодарю Тебя за мою семью, Господи, за мужа, за всех деток моих, Господи. Особенно в этот день благодарю Тебя за Даника, Господи, что Ты благословлял его до сего часа, оберегал, охранял, Господи. Посылай ему всякие блага, все необходимое, Господи. Прошу Тебя и в дальнейшем, вот, вступая в семейную жизнь, Господи, Ты благослови их с Кристиной. Пошли им мир, пошли им любовь Твою, Господи. Пошли им единое сердце, Господи, чтобы они были среди народа Твоего, Господи, чтобы могли прославлять вместе имя Твое святое, Господи. Благослови Даника быть в своей семье, Господи, и мудрости, и надели его свыше от Тебя, Господи. Также и Кристину благослови, Господи, объедини их, Господи. Благослови в дальнейшем Тебе, единому Богу, да будет вечная слава. Господи, прошу Тебя также еще и в дальнейшем, если пошлешь потомство им, Господи, и деток, благослови и это потомство, Господи, и дай им для этого мудрости, силы, Господи, чтобы они могли вести свое потомство путем Твоим, Господи, Тебе, единому Богу, да будет вечная слава. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, в этот час мы идем к Тебе в молитве нашей, благодарим Тебя за Твою любовь и милость, которую Ты явил ко всем людям, живущим на этой греховной земле, в лице Сына Своего, Единородного Иисуса Христа,
И мы благодарим Тебя за то, что Ты познал нас, Господи, за то, что Ты нашел нас в этом мире греха и зла. Слава Тебе за это. Вот некогда и мы стояли, Господи, перед лицом церкви, так же вот, как сейчас стоит Даник и Кристина. И Ты, Господи, благословил наш путь. Ты хранил нас, Господи, и послал также деток нам. Даника также послал в наше семейство. Мы благодарны Тебе за то, что он мог также, Господи, возрастая, познавать имя Твое святое, что он пришел к Тебе, покаялся в своих грехах и что мог заключить завет с Тобою. И вот сегодня Ты видишь, Господи, его предстоящим пред лицом церкви, Господи, пред Твоим лицом, чтобы Ты благословил, Господи, их начинание с Кристиной, Господи, этот путь, неизведанный для них. Мы также просим Твое отцовское благословение. Благослови их, Господи, в трудностях ли, в переживаниях и в радостях, чтобы Ты был их любящим отцом, чтобы, Господи, Ты их мог сам наставлять и вразумлять в их жизни. Помоги, Господи, чтобы и Даник был священником в своей семье, чтобы алтарь, Господи, на алтаре всегда была жертва, жертва хвалы уст, чтобы, Господи, молитва была всегда на первом месте и чтение Слова Божье, чтобы, Господи, это всегда было у них. Мы молимся Тебе об этом. Наставляй сам их, Господи, и вразумляй в их жизненном пути. Мы полностью их предаем в руки Твои, святые и божественные, и мы знаем, что Ты доведешь их до вечности и совершишь их путь. Слава Тебе за все милости, явленные к ним. Благослови и дальнейший ход служения, и пир благослови, чтобы все это было для славы и для радости наших сердец, и для славы Твоего святого имени. Аминь. Аминь. God, I just want to come before you today first and thank you for the amazing man that's kneeling before me. I thank you for bringing such a selfless man into my life to love me, God. Your mercy is amazing, God. I thank you so much for his loving parents to raise such a man. For my parents and raising me, God, in a Christian and loving family, God. You are so good to me, God, and I'll never understand how you can bless me so much, Lord Jesus. I thank you for protecting us till this day. I thank you for everyone that helped us prepare for this big day in our lives. I ask that you bless our future together, any future kids, Lord Jesus, goals and plans, that you are always one step ahead of us, God. That you're always above us and protecting us, Lord Jesus. Please bless the rest of today and bless our love forever, God. In your wonderful name I pray. Amen. Amen. Господи, я Тебя благодарю за этот день прекрасный, который Ты нам даровал, за то, что Ты, Господи, такую прекрасную погоду сегодня нам послал, Господи. Я Тебя благодарю за эту возможность, Господи, быть в церкви, Господи, перед Тобой, перед всеми, Господи. Я Тебя особенно благодарю за Кристину, Господи, за то, что Ты мне послал ее в мою жизнь, Господи. За то, что я, Господи, ее встретил, Господи, и она принесла мне, Господи, радость тоже. Я Тебя благодарю очень за это, Господи. Благослови также нашу будущность, Господи. Ты видишь, мы создаем, Господи, семью, и я Тебя, Господи, прошу, особенно дай нам мудрости, Господи, дай нам, Господи, страха Твоего, дай нам, Господи, сил физических и духовных, Господи, чтобы мы могли, Господи, жертвовать, Господи, и чтобы мы могли, Господи, работать, Господи, и строить эту семью, Господи. Пожалуйста, помоги нам сделать это все правильно. Я Тебя благодарю и также за семью, Господи, за мою, за то, что такая хорошая у меня, Господи, семья, за родителей, Господи, которые меня так любили. И я Тебя, Господи, прошу, пребывай с нами до конца наших, Господи, лет. Я Тебя еще и еще благодарю за Кристину. Спасибо, Господи, за все и остаток этого дня. Аминь. Аминь. Благословенный Отец наш Небесный, в имя Отца и Сына и Святого Духа мы приходим к Тебе. Господь, мы благодарим Тебя за этот прекрасный, благословенный день, который Ты подарил нам. Ты подарил Даниилу и Кристине. Господь, я благодарю, что Ты слышал молитвы, и Ты, Господь, послал свой ответ. Ты благословил этот день, Господь, и мы в доме Твоем. Господь, я благодарю Тебя за Даника и за Кристину. Господь, мы призываем Твои небесные благословения на эту семью. Господь, благослови, сохрани их в этом мире.
где столько зла, греха, Господь, сохрани, пойди впереди, Господь. Будь оградой для них, чтобы эта новая семья, Господь, они были светом и примером в этом мире, Господи, где сколько зла, где эта тьма сгущается, Господь, чтобы ихняя семья, вот эта новая, образовавшаяся семья, христианская семья, чтобы они, Господь, были светильником в этом мире, чтобы их дом светил, чтобы они были солью в этом мире, Господь. Мы призываем Твои благословения на них, чтобы Ты благословил наследие их, чтобы, Господь, Ты послал им наследие, чтобы, Господь, действительно, они были благословены Тобою. Сохрани их в этом мире и благослови. На Тебя уповаем. Просим это все во имя Иисуса Христа и только для славы Твоей. Аминь. Братья и сестры, перед нами новая семья, христианская семья, благословенная семья. Даниил и Кристина Кондратьевы. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Друзья, сейчас ваше время. Вы имеете право, social distance закончился для вас сегодня, то, что мы говорили. Карантин для вас закончился. Вы имеете право сегодня, как муж и жена, поприветствовать друг друга лобзанием святым. Даник, я хочу тебе задать сегодня один вопрос. Вот там стоит мама Юля и папа Павел. Скажи, пожалуйста, кто они для тебя? Родители. Родители, да? Кристинка, тебе вопрос. Не сдал. Даник. Что? А, ну мама и папа. Да. Прекрасно. Кристинка, там стоит брат Сергей, сестра Вера. Скажи, пожалуйста, кто они для тебя сейчас? Мама и папа. Мама и папа. Слава Богу. Друзья, слава Богу, только. Друзья, я думаю, вы можете уже присесть. У нас в Церкви Спасения есть хорошая такая традиция. Каждая семья, новообразовавшаяся семья, мы от Церкви дарим Слово Божье, друзья. Мы сегодня читали, Даник, все места Иисуса Навина, да, чтобы эта книга, вот эта Божья книга, чтобы она не отходила от вас. Вникайте, поучайтесь в ней день и ночь. Пусть Господь вас в этом. Я знаю, друзья, что вас вы хотите. Денис, ты готов? Даник, что у тебя на сердце, скажи? Радость у тебя? Ты так слабо говоришь, как тебя заставили. Кристинка, а что у тебя на сердце? Пусть Господь вас обильно благословит. Друзья, я думаю, брат Сергей, вы сделаете объявление. Дальше что будет, да? После этого. Кто будет? Дорогие братья и сестры, мы рады, что вы пришли сегодня разделить вместе с нами эту радость, радость общения, и вот, которую сегодня имеют наши дети, Даник и Кристина. И мы от лица жениха и невесты, и от родителей приглашаем всех вас сейчас пройти вот в другой зал. Там есть приготовлена пища и питье. Будем там вкушать пищу в простоте и веселье. И там, у кого есть пожелание, стих какой-то, песнопение, чтобы вы могли оставить свое пожелание. Так что будем радоваться вместе с молодыми дальше. Друзья, родители, дорогие,
ваше время подойти, поздравить. А потом, братья и сестры, у вас будет возможность после родителей поздравить молодых. Дорогие друзья, я попрошу родителей, братьев и сестер молодых, пожалуйста, останьтесь здесь for immediate family pictures and close immediate family. Thank you.